Здравствуйте, друзья! Как всегда, лохматая душа с вами. И хочется надеяться, что вы с нами. Мои хорошие, этот год был очень тяжелый, просто чудовищно. И осталось совсем немного, чтобы мы его с вами пережили. Мои хорошие, последний месяц было столько поломанных, и у нас огромные долги в клинике. А главное, ребята, по-прежнему корм. Корм, ребята, его осталось на несколько дней. И я прошу вас, мы так долго были вместе, в такое трудное время. И я надеюсь, что вы с нами останетесь и сейчас. Вы наша жизнь, друзья. Вы жизнь этих 2000 бездомушей. Вы жизнь приюта. Без вас нам не выжить. Я обращаюсь ко всем людям, зашедшим на эту страничку. Я не прошу вас оставаться нашими друзьями пожизненно, но я прошу вас в преддверии этого праздника окажите нам хотя бы разовую помощь. Мы на грани, друзья. Без вашей поддержки нам не выжить. Если у вас в сердце есть хоть капля добра и сострадания, я прошу вас, помогите приюту. Молодец. Все. Чуть-чуть еще. Все, малыш. Что, это хороший знак? Да, ГБЧ есть, это хорошо. Но отдел высокий очень сильно, опасный очень. Ротик давай посмотрим. Ротик открой. Ну, ты не жадничай. Хорошо, молодец. Майка еще не прооперировали, опять отложили операцию. И меня уже трясет. У них какие-то проблемы. У врачей. Они не готовы к этой операции. Операция тяжелая. В общем, посмотрим, что они будут думать. Я тоже нервничаю. Готовь. Вообще анализ биохимии крови. Грудной отдел очень тяжелый, поэтому нужно будет все-таки общий анализ биохимии сдать. Что, получается, не сдавали, да? Нет, я посмотрел. Сейчас посмотрю еще на Аврика. Но из лазарета он к нам поступил не как Аврика. Макс, по-моему, что-то такое. Угу. Вот. Но это 100% его КТ. Я как бы рассчитывал. Угу. Там все. Других имен нет с переломами. Угу. От вас. Вот. Операция сложная, поэтому АГСБХ возьмем на всякий случай. Сердце хорошо работает, собака молодая. Вот. Грудной отдел, он очень-очень коварный. Потому что непонятно. И импланты, да, импланты не дешевые, и операции не дешевые, и здоровье собаки для нас важно. Да? Пожалуйста, помогите приюту. В этом ролике я показываю Майка. Наконец-то его прооперировали, достали имплантанты, скрепили позвоночник. Еще один малыш, спасенный вашими руками, вашей добротой, вашим сердцем. За его спиной, ребята, еще 2000. И мы надеемся на вашу помощь. Надеемся, мои хорошие. Пёсик Майк с переломом позвоночника от Валентина Анатольевна Силич. Сегодня прооперировали, поставили транспедикулярный фиксатор, сделали дорсальную ламинэктомию для декомпрессии спинного мозга. Надеемся, что все будет хорошо. Вроде все без эксцессов прошло. Ну, вот мы потихонечку просыпаемся. Уже моргаем. Так что все хорошо. Thank you.
мои хорошие, этот ролик о Майке. И я хочу сказать вам спасибо. Огромное от всего сердца. От самых глубин. Спасибо. Спасибо за еще одну спасенную жизнь. Врачи дают прекрасный прогноз. Майк обязательно встанет на лапы. Разумеется, будет тяжелая реабилитация. Еще не один месяц. Но прогнозы хорошие. И так хочется верить и надеяться. Благодаря вам Майк обрел второй шанс на жизнь. А лохматая душа благодаря вам прожила еще 2 недели. А впереди, ребята, опять проблемы. Корм на грани. Долги в клинике душат. Корм и лечение. Лечение и корм. 2 наших страшных бича. И надежда у нас только на вас. Друзья, впереди Новый год, впереди праздники. И надежда на светлое, новое, доброе будущее. И в преддверии этих праздников, ребят, я прошу вас, не забудьте про нас. Поделитесь с вами, с нами, частичкой вашей души. Ребят, просить всегда тяжело. Но когда просишь не для себя, силы находятся. И обращаешься к вам вновь и вновь. Я прошу за 2000 бездомшей. Мы остановили сейчас всю стройку. Нам бы выжить, ребят. Нам бы выжить. И благодаря вам еще день, еще неделю, еще месяц. Я не знаю, сколько продлится это время. И я не знаю, насколько еще хватит моих сил. Жизнь человека скоротечна. Я хочу сказать вам только одно. Спешите творить добро, люди. Это единственное, что мы можем взять с собой, уходя за черту. Да, скажут, опять Валя трепится. А мне так хочется верить и так хочется поделиться надеждой. И помечтать. Что все равно однажды наступит самое замечательное время, и мы с вами будем улыбаться, оглядываясь назад, и радоваться, что мы пережили его. Мои хорошие, в приюте скоро будет голод. В приюте очень много инвалидов. В приюте много малышей. В приюте много подростков весенних, которые нуждаются в стерилизации. Приют – огромный город, собачий город. Со своими проблемами, со своими радостями. Но помогаете этому городу вы. Только благодаря вам он живет. Ребята, без вас нам не выжить. Очень тяжело. Очень. И я прошу по возможности, хотя бы разово, окажите нам помощь, пожалуйста. Поделитесь капелькой своего тепла. И я очень верю в то, что ваша доброта к вам вернется. Верю. А надеюсь на вас. Ребята, очень трудно. Пожалуйста, отзовитесь. Прошу вас, мои хорошие, знакомые и незнакомые люди. Я обращаюсь к вам от имени 2000 бездомных животных, которым никак не выжить без вас. Без вас нам не выжить. Отзовитесь, люди. Отзовитесь, люди, пожалуйста, отзовитесь. И храни Бог вас и ваши семьи.